В сахихах аль-Бухари и Муслима приводится. Некий раб совершает грех, а потом говорит: «Господи, я согрешил». И Господь говорит: «Мой раб знает, что у него есть Господь, который простит его, и я уже простил его». Раб этот снова возвращается к своему греху и снова говорит: «Господи, я снова согрешил». И Господь говорит: «Мой раб знает, что у него есть Господь, который простит его, и я уже простил его». Раб снова совершает грех и снова говорит: «Господи, я снова согрешил, прости же меня». И Господь снова говорит: «Мой раб знает, что у него есть Господь, который простит его, и я уже простил его. Так пусть же мой раб делает, что пожелает».